Что для тебя важно? Когда ты был счастлив? Делай бизнес с таким чувством. Что вы думаете, когда я говорю «рабочее место»? Перегородки, уродская мебель, флуоресцентные лампы, смерть. Точно. Рабочие места будущего выглядят иначе. Мы продаем свой опыт. Мы? Нужно название. We? We live. We dream. We work. Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший. Возможно, возможно. Адам надежный? Я бы иначе с ним не была. Жена там тоже работает. Она привлекает ему удачу. Наши издержки составили 400 миллионов в этом году. Я это создал. Хватит, Адам! Я в ловушке. Ты должен их поразить. Это чем? Ты суперзвезда. Ты боишься, что он затмит тебя. А можно одного Адама? Так и есть. Вы самостоятельны? Или вы муза? Я муза. Чего хотите достичь? Я хочу быть Vanity Fair. Vanity Fair не для муз. Тогда я изменю свой ответ. Хочу вас познакомить с легендарным Адамом Ньюманом и его женой. Я директор по брендингу. А разве, арендовав помещение, можешь довести себя так, словно меняешь мир? Они теряют доверие. Ты потопишь корабль. Мы просадили почти 2 миллиарда. Нет ничего важнее, чем мы. Я просто обязан мыслить шире. Я ваша курочка с золотыми яйцами. Ты был бы никем без меня. Я объявляю войну! Мы сделаем это вместе. Мы можем все изменить.